Здравствуйте, мои дорогие друзья и гости канала. Мои орхидеи все по-прежнему цветут, продолжают. Вот эта шикарная андора и вот эта желтая, похожая на сорт египетская. И вот эта беленькая Кембридж. И Fancy Freckles, причудливые веснушки. Она уже распустила последний бутончик свой. Крайние цветочки более желтые, как всегда. А первые уже как бы немного обесцветились. Манхэттен продолжает цвести. У него всего 4 цветка, но все равно это прекрасно. Продолжает цвести Стелленбош, детка. Именно через детку он все время и цветет. Хотя детка умничка, еще и растет листик новый. Но корни закуклила. Видимо, все-таки большая часть сил уходит на цветение. Ну, здесь еще есть бутончики. Хотя основная масса на подоконнике бутонов будущих. Ну, а там цветет сорт, точно не знаю. Вот здесь вот она закончила свести. Ну, дала второй цветонос. Отвернулась совершенно. И никак не могу ее снять. Продолжает цвести сорт Рауль. Яркий красавчик. Вот этот сорт. Розовая. И вот такая вот прекрасная. Огромная дуга Наоми. Отсушила недавно 2 цветочка, но у нее раскрываются новые бутоны. Она дорастила цветонос. Огромные, огромные, очень нежно-розовые цветы. Ну и последнее. Зацвел попугай. Вот такая яркая прелесть. Уже 2 цветочка раскрылись. Такие яркие, красивые, оправдывающие свое название. Небольшая розеточка. Ну, вот так красиво цветет. Ну вот, резкость навела. Спасибо за просмотр. Всего вам самого доброго.